вылетел из машины и остался жив. На камеру видеорегистратора попала авария на трассе Караганда-Темиртау. Все произошло в воскресенье в 13:15. Водитель автомобиля «Лада», следуя по трассе на большой скорости, обгоняя следующие в потоке машины, не справился с управлением и врезался в металлическую опору путепровода. От удара автомобиль закрутило по дороге, и из него вылетел на трассу молодой мужчина. По всей вероятности, им был пассажир. Мужчина встал на ноги и даже остановил запасное колесо, вылетевшее из автомобиля «Лада». По сообщению департамента полиции Карагандинской области, 25-летний водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения и не учитывая дорожные и метеорологические условия, и допустил занос транспортного средства. В результате пострадавшие доставлены в ОМЦ.